на сегодняшнюю температуру и на сегодняшнее потребление действительно на начало отопительного сезона вполне достаточно будет для того, чтобы запустить процесс. А дальше начинается, как всегда, ситуация. Осень приходит неожиданно, и холода приходят неожиданно. Мы не забываем, что у нас, кроме 1,5 миллиарда накопленных денег, сегодня государство уделяет еще 1 миллиард на погашение задолженности по заработной плате шахтерам. То есть мы понимаем, что ситуация, неважно, накоплена сегодня сумма денег или не накоплена, ситуация остается критической и в части добычи, и в части финансирования нашей угольной промышленности, да, и угольной отрасли как таковой. Ну и в итоге, ну да, мы запустимся. Сегодня действительно правительство может говорить, позволить себе говорить о том, что достаточно угля для того, чтобы запустить процессы, связанные с похолоданием. Но этого угля и данной суммы у нас не хватит. Но мы не забываем, что сейчас бюджет рассматривается, и в зависимости от строк бюджета, который будет принят, и насколько быстро он будет принят, насколько быстро пойдут деньги по казначейским счетам, то есть к январю месяцу, мы можем предполагать, что этих денег будет достаточно до включительно декабря месяца, опять же, повторюсь, при хорошей погоде, ну или не будет внешних изменений по факторам, опять же, по росту цены на уголь. Мы же не забываем, что мы внутри рынка привязываемся к формуле и, соответственно, формируем не реальную себестоимость, а покупную себестоимость. Поэтому если рынки вылетят у нас в ценовой пропозиции вверх, то однозначно уголь подорожает, и тогда этих денег может не хватить. Как-то вот такая ситуация на сегодня.